Здравствуйте, Дима. Я до сих пор вообще, по идее, вот это вот должны были вчера сделать. Они помогают, скажем. Спирали. Да, такие ты молодец. Не попасть в кадр? Нет, снимать не надо, их надо просто вот сюда. Закинь просто. Я что-то не понимаю, окно давно должно уже быть снято. Да? Да где ты предполагаешь? Так официальное название Большой Семагинской, а красавицы вообще такого нет у себя. Блин, там. Два дня. Да. Ну что? Я камера. Фонограмма. Маш, скажи честно, у нас все здесь будет хорошо? Нас никто не будет обижать. Нас никто не выгонит посередине съемки. Все будет хорошо, точно? Хорошо. Я рад. Здорово. Пойдем. Хорошо, пойдемте. Все окна лишь? Ну сказали, что были три, когда ты уезжал. Ну, так подготовили окна на три и что? Как подготовили? Так а как, если там 23 окна? Значит, должны были искать никакого окна. Ну ты сам не мог выбрать. А зачем? Эх, колбаска! Хороша! Златовка душа! Да бутербродик хороша! Златовка душа! И в салатик хороша! И в окрошку хороша! И на завтрак хороша! Златовка душа к перекусу хороша!
Златовка душа, на рыбалке хороша. Златовка душа, и в дороге хороша. Златовка душа, всем колбаска хороша.